Последнее время он куда-то уходит, со мною в кровати целоваться не хочет. Я переживаю, он стал отдаляться, покрасил недавно свои волосы в красный. Взяла телефон, пока он заперся в ванной, все фотки с парнями и видосы с парнями. Я все поняла, мне стало страшно и больно. Мама, что делать, мой парень тик-токер? Во мне столько злости, я полна желчи, а он со мной хочет снять новый челлендж. Как теперь людям смотреть в глаза? Мой парень тик-токер, и это пизда. Во мне столько злости, я полна желчи, а он со мной хочет снять новый челлендж. Чуток ебанутый, но теперь поняла, зачем он брал мою юбку. Теперь поняла, почему больше нет секса и зачем он кричал в окно какие-то песни. Я звоню его бате, говорю, ваш сынок на самом деле снимает видосы в ТикТок. А он отвечает, что все давно узнал, и кидает телеге ссылку на свой ТикТок-канал. Во мне столько злости, я полна желчи, а он со мной хочет снять новый челлендж.